Осенний и зимний сезон – это время, когда наблюдается рост респираторных заболеваний. По причине складывания нескольких факторов, особенно заболеваниям, подвержено детское население, а именно ослабленный иммунитет после уменьшения двигательной активности после лета. В связи с началом учебного года в школах, дети чаще находятся в закрытых помещениях, что увеличивает риск заражения респираторными заболеваниями. Или же дети попросту одеваются не по погоде. На сегодняшний день поступила у нас вакцина 7990 доз Ультрикс Квадри и 12300 доз вакцины «Совый грипп». Из поступивших вакцин 7990 доз Ультрикс Квадри мы использовали 95%. 27-го поступило 12300 доз вакцины «Совый грипп». Это для школьников и для студентов. На данный момент в Кызыле вакцинированы 7726 детей возрастом 6 месяцев до 7 лет. И с 27 сентября начались активные прививки вакцины «Совигрипп» детей с 7 лет и студентов до 18 лет. Особенно следует сделать вакцинацию от гриппа лицам с высоким риском заболевания. Это часто болеющим ОРВИ, страдающим хроническими соматическими заболеваниями и лицам, имеющим высокий риск заражения ввиду учебной или профессиональной деятельности. Противопоказания против гриппа – это аллергические реакции на предшествующие вакцинации и также аллергические реакции на куриный белок и заболевания, состояние, хронические заболевания, стадия обострения. Врачи детских поликлиник, используя специальные термоконтейнеры, доставляют вакцины в детские, дошкольные и школьные образовательные учреждения, где медработники на местах делают прививки детям. Также можно обратиться в любую детскую поликлинику города, чтобы поставить вакцину. Мерген Оюн, Чайхан Дангак, Дарина Даргат, телеканал Тува-24.